Уверенный шаг, камуфляжная форма – далеко не женский коллектив и работа. Уже больше 15 лет Кристина Ступина служит в органах сначала милиции, потом полиции, а теперь в Росгвардии. Здесь занимается аналитикой. Мы собираем всю информацию по отделу от всех служб, которые находятся у нас в отделе, обобщаем все справочные материалы, все статистические отчетные данные и, соответственно, направляем их в главное управление наше. Все это для того, чтобы понимать эффективность работы Одинцовского подразделения. Каждый день для ребят начинается с проверки документов, табельного оружия, знания законодательства и закрепления боевых приемов. Перед выездом на объекты обязательно проверка служебного автотранспорта. При такой работе все должно быть в полной боевой готовности. На связи 08. Принимаем тревогу. 956. Тревожная кнопка. По любому подозрительному случаю, звонку, сигналу выезжают по адресу. Росгвардейцы следят за общественным порядком в населенных пунктах. Предотвращают любые правонарушения, задерживают и доставляют подозрительных лиц в территориальный отдел полиции. Подразделение ежедневно выставляет на маршрут патрулирования 9 групп задержания. Эти группы задержания распределены по Одинцовскому городскому округу. Есть группы задержания, которые несут службу по Одинцову, Голицыно, в Кубинке, в Звенигороде. А недавно отдел Росгвардии стал заниматься охраной автомобилей. И эта услуга стала достаточно востребована среди населения. Гражданин, имея свой автомобиль, может его подключить на пульт Росгвардии. И в случае какого-то незаконного проникновения в автомобиль, либо нападения на автомобиль, он нажимает тревожную кнопку, и экипаж Росгвардии прибывает в кратчайшие сроки к данному автомобилю. Быстро реагировать, быть максимально готовым к любым ситуациям и действовать с напарником слаженно. Эти принципы – залог успеха в работе росгвардейцев. В Одинцовском подразделении они соблюдаются четко. И как результат, мы в пятерке лучших в Московской области. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».